центре такого нет. Нет, нет. В наших планах на будущий год рядом с 5-й гимназией сделать такой же открытый спортивный комплекс и через год рядом с 59-й школой. Тогда у нас Комсомольский поселок будет центром организации досуга, спорта, здоровый образ жизни. Ну и рядом с каждой школой территория будет облагорожена. У нас начнутся отличники БТО. Олимпийские чемпионы. У нас уже учителя некоторые сдали. Мы решили, что 39-я школа – это территория спорта и здоровья.